Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В Тольятти пройдет молодежный хоккейный турнир памяти Марата Калимуллина. Лето с футбольным мячом определит чемпиона Самары. Главный тренер «Крыльев Советов» впустил в команду молодую кровь. «Крылья Советов» планируют заявить в состав команды мастеров четверых молодых игроков, трое из Самарского центра подготовки футболистов. 17-летний нападающий Владимир Рассказчиков, 18-летний защитник Денис Лозовик, полузащитник Леонид Афиногентов. Из московского «Динамо» приедет 17-летний полузащитник Никита Киреев. Новички сыграют уже во втором матче чемпионата страны против столичного «Спартака». Первый поединок «Крылья» проиграли 0-1 грозненскому «Тереку». Мяч с пенальти забил Георгий Грозов. Соревнования дворовых футбольных команд пройдут в Самаре. В субботу на площади Куйбышева встретятся чемпионы районов турнира «Лето с футбольным мячом». На газон выйдут игроки от 11 до 14 лет, мальчишки и девчонки. А через неделю, в день физкультурника, 13 августа, на второй очереди набережной на спортплощадке полевого спуска состоится финал городских соревнований. Финиширует турнир товарищеским матчем между командами «Сборная «Лето с футбольным мячом» и «Сборная организаторов». В понедельник, 8 августа, стартует турнир памяти Марата Калимуллина, воспитанника Тольяттинской хоккейной школы. Он трагически погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе, унесшей жизни команды «Локомотив». За призы Калимуллина сыграют 15-летние хоккеисты ЦСКА ВВС «Самара», «Южный Урал» «Орск», «Нефтяник» «Альметьевск» и «Лада» «Тольятти». На первом этапе команды сыграют между собой, потом их ждет полуфинал и финал. Чемпион определится в четверг, 11 августа в 11 часов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.